jump, 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 cheetah. Oh, bum, 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 bum. Северный Арктический университет был создан в 2010 году. В его состав вошли сразу несколько учебных заведений области. Узнать, как создавались институты и закладывались факультеты профессий, можно в Музее истории. Музей по-настоящему уникален, ведь именно здесь можно увидеть эксклюзивные экспонаты. Вот один из наших преподавателей поехал по обмену вот в 90-е годы и оттуда привез вот этот вот тоже живой макинтошек. Вот. Можно его взять в руки, поиграть, посмотреть, поработать с ним. Старейшему вузу в составе Северного федерального университета сейчас 93 года. Благодаря многолетней истории учебных заведений музей обладает множеством старинных вещей. Среди них машины, предметы мебели, достижения и многое другое. Часть экспонатов сделана руками самих воспитанников этих учебных заведений. Например, наглядное пособие с факультета физики. Если вы хотите изучать тот или иной элемент таблицы Менделеева, например, да, то увидите, что количество лампочек загорается все больше и больше, и количество электронов, да, разное в этих веществах. Самые частые гости музея – это студенты. Именно здесь происходит их первое знакомство с историей вуза. Ведь когда начинаешь свой путь в профессии, нужно познакомиться с истоками. В трех залах музея можно узнать об особенностях развития каждой специальности. Интересный факт. Раньше у университета была своя стеклодувная мастерская. В ней изготавливались колбы, капиллярные трубочки. Их использовали студенты в своих экспериментах, а из остатков стекла делали елочные игрушки. Один из уголков музея посвящен педагогике. Профессии преподавателя обучали в здании педагогического института, действовавшего с 1932 года. Учитель часто является для своих воспитанников примером, поэтому педагоги всегда тщательно подбирали свои наряды и аксессуары. А приезжая на новое место работы, они стремились увлечь детей дополнительными занятиями. Институт помогал педагогам и в этом. Помимо основного образования, в педагогическом институте можно было получить и дополнительное. Посещая вечерний факультет общественных профессий, можно было получить корочки политинформатора, кинодемонстратора и фотографа. Музей истории Северного федерального университета располагается на 4-м этаже научной библиотеки имени Евгения Овсянкина. Его сотрудники уже более 6 лет демонстрируют собираемую по крупицам историю и бережно хранят экспонаты. Двери музея всегда открыты всем, кто хочет прикоснуться к истории. Екатерина Алатарцева, Анна Андреева, Полина Леонтьева, ДНК Медиа.